Привет, мои подписчики. Андрюша сказал, скажи что-нибудь подписчикам. Лайкерам. У меня лайкеров нет. Лайкеры, вы где? Ставьте лайки. А то нам как-то скучно без ваших лайков. И подписок, да. Что-то не хватает. Да, пишите комментарии. Да, мы вам показываем, смотрите, какую старину. Да, храмы, старинные-старинные храмы. Ну, где вы еще такое увидите? Такую старину. О, какие тут дома. Смотри, вон напротив дом какой-то купеческий такой. И деревянный тоже. Нет. Ну тут вообще такая постройка, стиль такой вот древнерусский какой-то, прям такой, не знаю, ну очень-очень русское что-то такое, что-то русское прям, русское-прирусское, родное. Вот какие цветочки растут здесь, красота просто. Дворики тут приятные, чистые, ухоженные. А что за птичка? Чайка? Чайка? Точно ведь, чайка, правда, чайка. Откуда чайка. Здесь набережная, улица-то набережная. Вот, видимо, она граничит тут вот с какой-то речкой, что ли. Есть река. Давай, давай, сходим на реку. Потому что там, да, они поставили ворота. А я же не знаю, где она там. Да. Там. Вот. Тут уже вот этот вот дом-то, смотри, прямо красный кирпич, оригинальный кирпич. Старинный кирпич, оригинальный. Вот. Новостройки нас вообще не интересуют, да? Новоделы тоже. А вот такая старина. Старина. Интересно. Ну тут половина, тут подреставрированные здания. Ну все равно кирпич-то видно. Старина. Вот окна. Есть такая тема на ютубе очень хорошо. Давай руку. Дай мне сказать. Так, вот есть такая тема. Окна. Называется она «Окна в земле». Вот. Но это потом. Ставим на паузу, пойдем на обед.